Городские школьники отправились за боевыми навыками. На базе военного полигона в поселке Рыбушки прошли ежегодные учебные сборы для школьников Саратова. Понять, что значит служба в армии, в этот раз смогли учащиеся школы техникумов Кировского района. Подробности в нашем следующем материале. Шагим! Эт! Двигаемся! С участниками сборов никто особо не церемонится. Будущих военнослужащих сразу бросают в гущу событий. Инструкторы дают указания и подбадривают. Здесь все-таки пригодится хотя бы минимальная подготовка. Догоняю. Аккуратно на забор не столкнуться там. Ой, молодец! Физическая выносливость – один из главных плюсов, но умение быстро бегать и ползать с препятствиями – еще не показатель хорошей подготовки. Каждому школьнику нужно на время собрать автомат. Норматив – 25 секунд. Правда, им, тем, кто оружие видит лишь на сборах, времени не хватило. С нормативом справились единицы, но у них еще будет время попрактиковаться. Большинство участников сборов собираются служить. Служить собираюсь, потому что считаю довольно-таки полезным. Потому что я считаю, что каждому не помешает уметь защищать свою родину, держать в руках оружие, бывают разные ситуации. И я думаю, каждый человек станет защищать свой дом. Один из самых популярных у школьников этапов подготовки – стрельба по мишеням. Здесь все выкладываются на полную катушку, ведь никому не хочется прославиться промахами. Мишень установлена на расстояние 50 метров. Каждому участнику выдают 30 патронов. Ну, учиться за эти два дня, я думаю, они много-то не смогут, но, по крайней мере, они будут знать навыки, то, что их ожидает, когда они призовутся в вооруженные силы, как правильно держать автомат, как правильно действовать. Ну, основные навыки они будут уже иметь представление. Организаторы сборов уверены, такой, пусть и краткий курс молодого бойца – это уже неплохая подготовка к будущей службе. По крайней мере, армия не станет для школьников большим сюрпризом. Ведь большую часть навыков они прошли на практике. Елена Губенкова, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.